Ребята, я придумал игру. Давайте играть в паровоз. Передаем салат Ахе. Опа-на! А у вас до железной дороги нет. Слушай, Хагрид, всегда было интересно. Ты что в детском КВН делаешь? Ой, ребят, извините, не опоздала? Не опоздали, но женщина, вы кто? Ну, руководитель команды КВН Паранайз. Так Паранайз вообще до финала не дошел. И шутки у них плохие. Да и люди они стрёмные. И психованные какие-то. А, слушайте, ну, может кто-нибудь тост скажет? Давай ты! За нас, за вас, за Северный Кавказ! Ай, хорошо сказал, молодец! Ребята, пошлите фейерверк смотреть! Там тетку из Паранайска так бомбит! Пойдем! Обязательно! Давайте, быстрее, бежим! Давайте! Ну, фейерверк в желудок не положишь. Дорогие друзья, на самом деле этот сезон нам очень понравился. Он был достаточно насыщенным, несмотря на то, что он проходил в разных городах. Кто-то дошел до финала, кто-то нет. Но самое главное, что все мы объединены этой игрой. Мы с сезоном сегодня прощаемся, и не важно в каком мы статусе, кто-то с юга, кто-то с севера, но кто-то просто поесть пришел. Мы на сцене стоим не в первый раз, мы везем не играем здесь в Москве, мы вам просто хотели понравиться. За сезон спасибо командам всем. Команда КВН Южный Город, спасибо за сезон.